Городские депутаты избавились от документов на строительство развязки к четвертому мосту в горсовете. Сегодня прошла первая в этом году сессия, и одним из первых решений депутаты безвозмездно передали из городской в краевую собственность проектно-сметную документацию на автодорогу в створе улицы Волочаевска от Дубровинского до Копылова. Она необходима для подготовки к универсиаде 2019. Стоимость документа свыше 10 миллионов рублей. По мнению народных избранников, это освободит бюджет от дополнительных затрат. В данном случае, значит, краем будет выделено порядка 2,6 миллиарда рублей в качестве субвенции городу для проведения работ, связанных с расселением и изъятием земли в данном створе дороги.